прогнозах расскажет Небесная канцелярия. 14 февраля, по данным Гисметео, в Северодвинске ночью ожидается 11 градусов мороза. Днем будет минус 10. Ясно. Ветер западных направлений умеренный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти и к вечеру составит 764 миллиметра ртутного столба. Для любителей зимней рыбалки сообщаем. Полная вода утром в 12.14, малая в 4.36 и в 17 часов 2 минуты. По народному календарю 14 февраля – день Трифона. На Руси существовал обычай изгонять мышей из деревни, поэтому день называли также Трифон с кошкой. Кошек в этот день было принято задабривать, угощать молоком и просить о помощи в борьбе с мышами. Если на небе были видны звезды, это означало позднюю весну. Снег предвещал весенние дожди, а туман – наступление хорошей погоды. Также говорили, каков Трифон, таковы и оставшиеся дни февраля. А я желаю вам солнечного настроения в выходные дни. До свидания!